суперспособностях своего наставника, тренера по кобудо Сергея Сашенко воспитанники не сомневались. А благодаря программе «Удивительные люди» на одном из федеральных каналов о его таланте узнали миллионы. На шоу Сергей с закрытыми глазами уверенно поразил мячом сразу несколько целей, доказав свое мастерство. Это был, конечно, не эксперимент. Рублю или с закрытыми, и с открытыми. Наверное, уже лет 5 выступаю с различными вариациями. Мы сидели, в том числе с завязанными глазами. После эфира воспитанники Сергея еще больше мечтают быть похожими на сенсея. Мне очень понравилось выступление с сенсеем, потому что он резал закрытыми глазами, ну и это удивляло. Ну, потому что запомнить за одну минуту все предметы, которые находятся в комнате, это очень тяжело. И разрезать их в нужном положении. Мне захотелось, чтобы он победил, ну, все овощи порезал. Я хочу заниматься еще. Пусть другие приходят сюда и занимаются с удовольствием. Сергей признается, оружие всегда завораживало. Техникой мяча он занимается уже 20 лет. Только годы тренировок могут привести к такому результату. Первый боевой мяч у Сергея Сашенко появился 11 лет назад. С этим мячом я впервые выступал на соревнованиях по Тамасигире. Вот здесь как раз в 2010 году я взял второе место. Это наградная ЦУБА. Вот. Она досталась этому мячу, как мячу, участвующему со мной в первый раз на таких соревнованиях. Через полгода с этим же мячом я выиграл турнир. А на передачу Сергей решил взять другой мяч, с которым выиграл мастерский турнир. Как мяч чемпионский. Тот мяч, с которым я занял первое место уже на мастерском турнире, вот, я решил, что на проект со мной должен поехать именно он. После эфира интерес к кобудо стал расти. И очень кстати, на днях в одном из районов города открылся новый центр единоборств. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.